Привет, друзья. Вот я что написал вчера ночью. Ты человек. Срывай с собою сотканную нить. Узнав и разглядев, как хаотично мечется пчела, не зная, что обречена под жалом тонким паука. Откроешь ты глаза, узнав, что выживание энергию всю мозга забирает, той нитью перенапряжения над поиском решения. И это происходит, пока не подберешь к себе ключа. Тобою управляемые рефлексы. И обратишь инстинкты выживания, приемы созидания. Смотрите, как здорово. Ошибка многих тех, кто йогу, например, или цигун, другие подобные техники для самосовершенствования, духовного и физического, для целостности, показывают как механические упражнения, как физкультуру механическую и акробатику. А люди пока правил, принципов, критериев не знают, что йога и другие техники подобные, они являются собой синхронизирующими упражнениями. Там есть свои приемы, свои правила, чтобы человек мог подобрать к себе, чтобы было соответствие между тем, что он делает, и его текущим состоянием. А вот когда превращают это йогу, медитацию или какие-то другие техники духовного и физического развития, прекрасные техники, не понимая этих принципов и правил, поэтому им и нужен гуру, и много времени, потому что они занимаются не принципом подбора путем перебора, по критерию минимального усилия, по скорости автоматизации начатого действия, а по принципу повторения на основе подражания. И все зависит от того, какой там будет гуру, да, как он будет учить. И есть ли столько у человека времени и настойчивости, чтобы прийти в конечном счете к результату. Поэтому давайте, друзья, я же время от времени даю вам эти правила, принципы и приемы. Они, к сожалению, не расписаны в йоге. Потому что, например, человек, который привез хатха-йогу на Запад, на самом деле, Рамачарака, да, на самом деле, по-моему, он был просто бизнесменом. Он просто взял вот эти формы, внешний вид, ну, как сидит человек, как дышит человек, и формально описал. По-моему, Рамачарака, вы там посмотрите, я уже точно не помню все имена, там много очень имен, я этим занимался в юности. У меня был прекрасный тренер по йоге, Ахмед. Такой прекрасный, ну, просто поражительный человек. Он одновременно и йогу преподавал, и карате, да, и медитацию, и много чего знал. Он заканчивал Академию художеств в Тбилиси. А жил в Дагестане, в Махачкале. Это был мой первый тренер. Я его до сих пор люблю и уважаю. Привет ему большой, Ахмед. Привет тебе, Ахмед. Да. Я помню тебя всегда. Да, удивительный человек. Я помню своих учителей. Я помню, на чьих плечах я стою. Да. Ну вот есть у меня ученики разные. Одни понимают суть вопроса. Показывает синхрогимнастику правильно, потому что там для того, чтобы произошла синхронизация, соответствие действий текущему состоянию, чтобы это был твой собственный прием, чтобы он тебя раскрепощал. Они показывают правильно. Вектор внимания там должен быть направлен. Не на качество выполняемого упражнения, не на форму, а как раз таки на ту тему, которая тебя волнует. И ты делаешь при этом психогимнастику и сбрасываешь лишнее напряжение. Это становится ресурсом многоцелевого назначения. Ты это можешь делать перед обучением иностранному языку,
раскрепощаясь перед выступлением на сцене. Если несколько дней так делаешь в удобное для тебя время, у тебя появляется чувство внутренней уверенности. Самое главное, что скрыто в нашем сознании? Вот говорят, расширение сознания. Самое главное, что? Когда ты научаешься сбрасывать лишнее напряжение и выходить на самое себя, ты выходишь на состояние Творца. У тебя появляется феноменальное ощущение, которое, коротко говоря, называется «Я могу». Да, я могу. Вот это чувство уверенности. Да, и вот наши неопределенности, где большинство людей заняты выживанием, и дикое напряжение над поиском решения, да, иногда перехлёстывает, и они теряют силы, у них возникает апатия, депрессия, возникают сбои, подпрыгивает давление. После кризов таких иногда возникают страхи навязчивые. Ну вот мы будем скоро делать вебинар. Профилактика от этих неприятных явлений. Обучение тому, чему учит йога, чему учит медитация, чему учит цигун. Много-много разных методов. Ключ – это рациональное зерно, которое лежит в основе всех этих методов, но там оно научно не раскрыто, и поэтому приходится повторять механически, да, по форме. По форме это проще. А я рассказываю о сути смысла. Как это правильно делать, как подбирать путем перебора. Это все принципы и правила, которые там не раскрыты. Поэтому там надо иметь хорошего учителя, группу и так далее. А здесь мы ключ, чтобы ты мог быстро подобрать себе. Потому что эти все правила раскрыты. И в этом наука, искусство саморегуляции.